письмо от матери. Да, не к матери. Письмо от матери и ответ. Чего же мне еще теперь придумать? О чем теперь еще мне написать? Передо мной на столике угрюмом лежит письмо, что мне прислала мать. Она мне пишет: если можешь ты, то приезжай, голубчик, к нам на святки. Купи мне шаль, отцу купи порты, у нас в дому большие недостатки. Мне страх не нравится, что ты поэт, что ты сдружился с славою плохою. Гораздо лучше б с малых лет ходил ты в поле за сохою. Старая стала и совсем плоха, но если б дома был ты изначала, то у меня была б теперь сноха, и на ноге внучонка я качала. Но ты детей по свету растерял, свою жену легко отдал другому, и без семьи, без дружбы, без причал ты с головой ушел в кабацкий омут. Любимый сын мой, что с тобой? Ты был так кроток, был ты так смиренен, и говорили все наперебой: какой счастливый Александр Есенин! В тебе надежды наши не сбылись, и на душе с того больней горше, что у отца была напрасная мысль, чтобы за стихи ты денег брал побольше. Хоть сколько б ты ни брал, ты не пошлёшь их в дом. И потому так горько речи льются, что знаю я на опыте твоем. Поэтам деньги не даются. Мне страх не нравится, что ты поэт, что ты сдружился с славою плохою. Гораздо б лучше с малых лет ходил ты в поле за сохою. Я кумкаю письмо. Я погружаюсь в жуть. Уже ли нет выхода в моем пути заветном? Старушка милая, живи, как ты живешь. Я нежно чувствую твою любовь и память, но только ты ни капли не поймешь, чем я живу, чем я в мире занят. Теперь у вас зима, и лунными ночами, я знаю, ты помыслишь не одна, как будто кто черемуху качает и осыпает снегом у окна. Родимая, ну как заснуть в метель? В трубе так жалобно и так протяжно стонет. Захочешь лечь, но видишь не постель, а узкий гроб, что тебя хоронят, как будто тысяча гнусавейших дьячков поет она плакидой, сволочь, вьюга. И снег ложится вроде пятачков. И нет за гробом ни жены, ни друга. Я более всего весну люблю. Люблю разлив стремительным потоком, где каждой щепки, словно кораблю, такой простор, что не окинешь шелком. Но ту весну, которую люблю, я революцией великой называю, и лишь о ней страдаю, и скорблю ее одну, я жду и призываю, но
Это пакость, хладная планета, ее и солнцем Лениным пока не растопить. Вот потому с больной душой поэта пошел скандалить, озорничать и пить. Но время будет, милая, родная она придет, желанная пора. Недаром мы присели у орудий, тот сел у пушки, этот у пера. Забудь про деньги ты, забудь про все, какая гибель. Ты ли это, ты ли? Ведь не корова я, не лошадь, не осел, чтобы меня из стойла выводили. Я выйду сам, когда настанет срок, когда пальнуть придется по планете, и, воротясь, тебе куплю платок. Но отцу куплю я штуки эти, пока ж идет метель. И тысячи дьячков поет она плакидой, сволочь, вьюга и снег. Ложится вроде пятачков. И нет за гробом ни жены, ни друга. Спасибо большое. Смотрите программу «Маркиза. Ретроспектива» по выходным после 9 вечера на телеканале «Россия-24».